Что-то я не знаю даже. Шпроты, фасоль, сардина. Сардина натуральная, тихоокеанская. Две баночки возьмем. Что у нас есть из полуфабрикатов? Краситель жидкий, синий, оранжевый, красный. Конфеты, шоколадки, булочки, хлеб. А, тут не лаваш. Лаваш нету. Колбасный отдел. Сыр. Ребята, всем здрасте. Я приехала с города. Катя, ты забираешь свой хлеб? Ну, это Ваня ел. Чудо в пёрышко. А у меня кухня хлеб такой. Да ты что? Пойдем. Марина, иди заплетись. Опять лохматый ход. Короче, играя, я съездила в город. Мне надо было снять денежку с карты, чтобы... Завтра у меня Катя едет на площадку, а денег на дорогу нету. Последние 50 рублей были. Поэтому съездила в город, но по пути зашла еще в магазин. Так, что купила в магазине? Так, здесь у нас взяла вот такие вот семейные булочки. Я две упаковочки взяла, там вторая. Майонез. Печеньки овсяные. Они как не овсяные, какие-то по-другому как-то называются. Еще печеньки. И две булки хлеба. Так, дальше. Что? Резинку не нашла. Иди, Свете, скажи, пускай она тебя заплетет. Дальше, ребят, показываю, что купила. Вот про вторые булочки я вам говорила уже. Ваня! Вот постоянно вот так. У меня закончился 9% уксус. Я никогда не беру 70% или там скольки процентный есть. Многие говорят, Настя, зачем так много уксуса ложишь? Ребят, потому что я всегда покупаю только 9%. Я другой не беру. Я всегда 9%. Я боюсь сильно острый взять. Короче говоря, бутылка уксуса 9%. Сейчас наверху беру ее. Дальше две туалетные бумаги. Ну, вы видели, в магазине я немножко что смогла поснимала. Господи, да вы что там творите-то, а? Сейчас, Мариночка, сейчас, зайка. А, по акции были йогурты, клубника и персик по 34 рубля. Я всем взяла по йогурту. Тебе какой, Мариночка, нам? Ну, давай быстрей. Ваня, иди йогурт выбирай себе. Так, подожди. Хотя вот эту вот отодвинь кастрюльку, пожалуйста. Смотри, есть клубничный, Ваня. И все, тут, наверное, все клубничные. Нет, есть еще вот такой вот. Выбирай, Ваня, какой. Короче говоря, я взяла 8 йогуртов. Катя, берите йогурты. Все, ну вот, короче, два вкуса. Вот. Подробно покажу. Они по акции были по 34 рубля, поэтому взяла. Дальше. Давай. Тихо. Дайте, пожалуйста, я расскажу, потом будете говорить. Дальше. Кетчуп у нас закончился, кетчуп взяла. А, батон колбасы купила.
Дальше у нас закончились ватные диски. Нынче мужу уколы ставила ватными дисками. Ну, вместо спиртовой салфетки у меня закончились, потому что и ватные диски закончились тоже. Поэтому очень часто мы их покупаем. Дальше купила сливки. 2 пакетика. Сегодня обязательно попробуем сделать мороженое на сливках. Также купила сардину, но я вам показывала видео с магазина. 2 баночки взяла сардины. Что-то я так захотела, ребят, паштет. Я что? Подожди немножко. Вот такой вот паштет мы раньше часто покупали. А тут что-то давно не брали. И что-то я его увидела, мне прям вкус вспомнился этого паштета. Я очень хочу паштет. И да, дорогие друзья, я не беременна. Если вдруг что. И напиток брала по дороге, хотела попить. Алоэ наш любимый. Вкусный йогурт. Егора, ты взял йогурт? Вкуснятина. Вот такие вот в целом все покупки были. Света сегодня съездила в город, забрала свои учебники в школе. И учитель должна была ей подарок отдать. Она, помните, участвовала в конкурсе. Мы в судебном относили там рисунок Светин как-то. Я не знаю, есть, нет у меня картинку, но если есть, то я вставлю обязательно, какой рисунок. И она там заняла какое-то место. Ей должны были подарок отдать, через учителю отдали. Сегодня должна была Света забрать, но учитель забыла отдать ей. Ну ладно. В целом, вот такие покупки. Вкусный, Мариночка, йогурт. Классный, говорила. По 34 рубля редко бывает такая акция. Ну вот сегодня попалась акция, я сразу всем по бутылочке взяла. Когда акция бывает, я беру. Ну, акция была вот на эти 2 вкуса, поэтому взяла. Ладно, все, выключаю. Всем хорошего дня. У нас вечер. Я решила сходить в магазин. У нас дождик прошел, видите, как сыро на улице стало. Хочу сходить в магазин в овощной, посмотреть виноград или что-нибудь такое, деткам фрукты взять. Пусть фрукты. Яблоки у нас лежат, они их не очень что-то едят. А что-то такого охота, может, арбуз посмотрим. Если что, может, сейчас возьмем. Муж со мной идет. Он там. И идем потихоньку. На дороге сыр, опять эта лужа образовалась. Вроде только ее не стало, и опять она появилась. Вот сделали бы что-нибудь здесь, чтобы этой лужи не было. Скоро школа начнется. Будет вот так вот все заливать осенью. Ладно, идем в магазин. Сейчас приду домой и покажу все, что я купила. Сходила я в магазин с мужем. Короче, овощной магазин закрыт. Фруктов не получилось взять. Знала бы, в городе купила бы. Взяли укроп и лук. 3 штуки. И шоколадки деткам. А тут крабик с ветками падает. Шоколадки взяла 2 разные. Одна с ананасом, другая чисто белая. Ну и майонез. Вот такая вот вся покупка моя. Вася, не лезь, там фарш лежит. Размораживается. Фарш размораживаю. Хочу что-нибудь приготовить. Не знаю пока что, но что-нибудь придумаем. Всем привет! Сегодня мы с малой делегацией, а именно Ваня, Марина, Оксана и Света со мной как помощь. Едем Оксану ко школе одеть и выкупить зимнюю обувь. Поэтому, если интересно, то поехали с нами. Ладно, идем мы на автобус. Марина с Оксаной спереди идут, а Ваня там идет со Светой. Да? Ваня, скажи всем привет. Привет. Молодец, все, идемте на автобус. Тайсон, скажи всем привет. У нас сегодня дождик, плохая погода. Но мы идем. Шагаем. Выходим. Выходи, выходи, выходи со Светой. Выходи, говори, сейчас на автобус опоздаем. И мы идем. Шагаем по дорожке. Да, Ваня? У Вани все штаны, кстати, маленькие стали. На Свет на Васильке, кстати, посмотреть, там качество штанов очень хорошее. Я вам Марине заказала прям на ура. Надо посмотреть там. И заказать. Света одела пиджак от костюма. И идем на остановку. У нас сегодня дождик ночью был. Ну, было предупреждение штормовое, что якобы ураган и всякое такое. Ладно, идем на остановку. Купили мы уже много чего. Ваня, покажи машинку, какую ты купил. Вот такое, да? Ну, дома покажем более подробно. Марина себе раскраску выбрала, а Оксана лол.
Я то у себя хотела. Ну, потом. Пакет. А? А, кепку иди, Свет, возьми. Стой, стой. Оксана, иди сюда. Кепку забыли, чудо в перышках. Ну, открывай дальше. А, там куколку, ну, дома будешь собирать уже. В раздевалке ты кепку свою оставила. Ладно, ждем, Света побежала за кепкой. Все? Довольна, Оксана? Убирай пакет, Лол, свой. Ваня, не морай машинку, зачем по луже делаешь? Ты доволен? Марина, а ты раскраску большую, да, выбрала? Классно. Она ее в раздевалке, видать, оставила, да? Ладно, ждем. Марина, стой. А, сейчас не рассыпешь, все потеряешь. Света идет. Одень на нее сразу, чтобы у нее косичку ей достань. Все, пойдемте. Ладно, идем мы дальше выкупать зимнюю обувь.